Спонсоры программы – микрокредитная компания «Дом денег». Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить «Дом денег» поможет. Единый центр страхования «ОСАГО», ТРЦ «Ледяной», первый этаж. Телефон 58 15 87. В Михайловском районе водитель автомобиля Lexus превысил скорость, не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Пострадал 63-летний пассажир. А в Зейском районе иномарка Toyota Crown под управлением 33-летнего водителя съехала с проезжей части и врезалась в дерево. Автомобилист получил травмы. Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о происшествиях и о ситуации на дорогах города и области. Всем здравствуйте. В ночь на 16 июня в Благовещенске горела квартира на 6 этаже 10-этажного дома на улице Мухина. Как сообщает пресс-служба МЧС области, сообщение о пожаре поступило в 00:43. На место пожара прибыли 15 человек личного состава и 6 единиц техники Благовещенского гарнизона. Около 10 минут ушло на ликвидацию открытого горения. В результате пожара на кухне огнем поврежден гарнитур, бытовая техника и закопчены стены. Причина и виновник устанавливаются. В Белогорском районе полицейские вернули амурчанке похищенные обманом золотые украшения. Девушку обманула гадалка. Жительница Ложаевки, лишившись ювелирки, обратилась в полицию. Предварительно установлено, что в дверь квартиры потерпевшей постучала незнакомая ей женщина. Когда хозяйка открыла, гостья предложила ей погадать. Девушка впустила незнакомку. Гадалка сказала, что для исполнения предсказаний нужно завернуть в газету золотые украшения и отдать ей. И девушка послушалась. После этого гостья покинула квартиру вместе с золотом. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Правоохранители задержали подозреваемую, жительницу Белогорска, 55-го года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Ранее гадалку уже судили за аналогичные преступления. Похищенные украшения вернули законной владелице, сообщает УМВД России по Амурской области. И о ситуации на дорогах. Несоблюдение дистанции стало причиной нескольких ДТП в Благовещенске. На Калининском кругу водитель Hyundai Starex притормозил, пропуская движущийся по кругу транспорт, а водитель «Волги» не успел среагировать и допустил столкновение. На загородном виадуке по вине водителя Mitsubishi Pajero произошло тройное столкновение. Все три транспортных средства двигались по виадуку со стороны Студенческой. Водитель Nissan Wingroad притормозил, за ним притормозил водитель Toyota Fun Cargo, а водитель Pajero не успел среагировать и собрал всех в паровозик. И еще одно ДТП с несоблюдением дистанции произошло на Зейской 161. Двигаясь по улице Зейской, водитель Toyota Axio притормозил, чтобы совершить поворот налево, а мотоциклист, видимо, отвлекся и въехал в заднюю часть Axio. Во всех вышеперечисленных случаях повреждения получили только транспортные средства. Люди не пострадали. Забурхановская, 102, место очередного ДТП. Водитель автомобиля Toyota Crown задним ходом парковался на стоянке, не учел габариты своего транспорта и совершил наезд на стоящий Nissan Cube. Аналогичная же ситуация произошла и во дворе по адресу Лазо 24. Во время парковки водитель Suzuki Escudo совершил наезд на припаркованный автомобиль Nissan Gloria. В обоих случаях повреждения авто незначительные. ДТП на автобусной остановке по адресу Чайковского, Северная. Водитель автомобиля Toyota Mark II притормозил, чтобы высадить на остановке пассажира. В это время на остановку заезжал маршрутный автобус, который зацепил Mark II. Люди не пострадали, повреждения только у транспортных средств. А я напоминаю, что наши выпуски вы всегда можете посмотреть на портале sn24.ru. На сегодня это все. Берегите себя. Проблема.
Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить Дом денег поможет. Хорошие деньги для хороших людей. Дом денег. Быстрые займы на любые цели. Улица Калинина, 127. Улица Лазо, 64. Улица Институтская, 3. Улица Амурская, 125 и 168. Телефон 57-48. Единый центр страхования ОСАГО приглашает автовладельцев оформить полис ОСАГО по государственным тарифам в торговом центре «Ледяной», первый этаж. Ежедневно с 10 до 20 часов. Телефон 58 15 87.